candy. Is there something I can't see? 'Cause a new dimension's waiting for me to break through. And this new emotion is calling you. Would you take me there? Take me anywhere? 'Cause I just don't care. One will do another step to be discovered. Flatmania. Комп'ютери. Ура! Журнал о комп'ютерах! О, нет! Это еженедельник! Пойдем отсюда, здесь скучно! Скучно? Да о чем ты говоришь? Здесь новейшие компьютерные игры. Помнишь журнал для подростков? Вот это было скучно. Все эти тесты, которые ты заставила меня пройти. Ну вот, пора платить по счетам. Давай договоримся. Можешь играть, пока мы не найдем выход. Согласен? Ладно, Кью, договорились. А выход там. Эй! Это нечестно! В журнале для подростков выход был на последней странице. Мы же договорились. Чтобы попасть к выходу, придется оказаться внутри компьютера. Кью? Как мы туда попадем? Отсканируем тебя. Нужно лечь на сканер и... Зип! Мы окажемся рядом с выходом. Кью, стой! Нет! Ой, Винсент! Где ты? Внутри. Получилось. Присоединяйся ко мне. Эй, Кью, что ты задумала? Прекрати! Погоди, это будет весело! Ладно, хватит веселиться. Бросай ручку и сканируй себя. Ладно, только не закручивай усы. Кью, это не смешно. Похоже, у нас технические неполадки. Наверное, ошибка в программе. Схожу за помощью, а ты оставайся здесь. Доброе утро. У меня проблемы с компьютером. Я продаю компьютеры. Меня не интересует, работают они или нет. Этим занимается отдел обслуживания. Спасибо за подсказку. Ух ты, хорошо, что Кью не сохранила это в моей папке. Да, это отдел обслуживания. Но вы не принесли компьютер, так что пока. Всего хорошего. Научись обслуживать, приятель. Что? Кто ты? Я Мелодия. Ты тоже узник компьютера? Да. Я Винсент. Вообще-то я узник журнала. Я из настоящего мира, но это долгая история. Однажды я проснулась в качестве приложения к письму. Романтично, да? Я отправила его моему любимому Густаву. А теперь я застряла здесь. И никогда его не увижу. Слушай, Мелодия, за компьютером моя подруга Кью, которая вытащит нас отсюда. Я надеюсь на это. Ну, и чем ты тут занималась в отсутствии Густава? Играла в игры. Ты в порядке? Ух ты! У тебя хорошо получается. Где ты научилась? Мой Густав — компьютерный гений. А тебя научила твоя девушка Кью? Кью не моя
Эй, Винсент, мы когда-нибудь увидим Кью и Густава, а? Что это? О, нет, он возвращается. Из-за него я здесь и застряла. Кто это? Вирус! Скорее, Винсент, беги! Привет! Вижу, ты разбираешься в компьютерах. Можешь мне помочь? Компьютеры — мое дело, чем могу помочь? Итак, мальчик Винсент, он из настоящего мира, который, ну ты знаешь, мы с Винсентом хотели попасть внутрь компьютера, и я его просканировала, а теперь он застрял внутри, а я снаружи. У нас большие проблемы, потому что мы должны отыскать выход, а я не могу попасть к нему. Когда нажимаю кнопку, на экране появляется сообщение: нам нужно выбраться из этого журнала для болванов, у которых нет ни подруг, ни занятий в жизни. Проще говоря, твой друг Винсент застрял из-за тебя в компьютере. Ты не можешь к нему попасть, и тебе нужна помощь? Да, именно так. Наконец, хоть кто-то здесь понимает меня. Обожаю тебя. Держи себя в руках! Мое сердце принадлежит другой. Это не редкая проблема. Люди не читают инструкции, а затем жалуются, что застряли внутри. Ну и? Что нам делать? Сейчас объясню. Тебе говорили, что из тебя получится отличная героиня игры. Тебе нужно пройти тест. Нет. Ты часто играешь в игры? Когда моя подружка рядом, мы постоянно играем. Правда? И ей это нравится? Да. Попроси своего парня Винсента научить тебя играть. Это весело. Моего парня Винсента? Итак, вот что ты должна сделать. Ясно? Нужно перезагрузить систему, только не сотри своего друга. Затем запиши его на диск и распечатай с другого компьютера. Моя подруга обещала прислать мне в письме свою фотографию, поэтому я сижу за компьютером и жду. Как мило! Должен признаться, я боюсь отсюда уйти. В других местах так опасно. Повсюду гоблины, эльфы, драконы. О, нет! Если вирус попадет к выходу, он разрушит его. Что ты имеешь в виду? Это кошмар. Если выход исчезнет, мы навсегда останемся пленниками компьютера. Кью! Да, Кью спешит на помощь. А это кто? Это Мелодия. Мелодия — это Кью. Скорее, выход в опасности. Я вижу. Пока я тут бегаю за помощью, ты изображаешь Ромео. Кью, я все объясню позже. Скорее, у нас нет времени. Теперь я распечатаю вас с безопасного компьютера. А это значит, что я должна найти незараженный компьютер. Так, что мне теперь делать? Ах, да! Найти принтер! Сначала мелодия. Ура! Я снова могу двигаться! Прости, что заворачиваю тебя в старомодное письмо, но нам с Винсентом нужно починить выход. О, спасибо, Кью. Теперь нам нужно найти программу «Антивирус», чтобы остановить чудовище, преследовавшее нас с Мелодией. Эй, а где Мелодия? Она ушла. Спешила на важное свидание. А нам нужно поспешить к выходу. Эй, эй, это вы! Эй, вы! Отлично, антивирус. Я одолжу его на минутку. Скоро верну. Это исключено. Ты должен заказать его в интернете при помощи купона. Слушай, потом, приятель. Эй, ты не можешь вот так убежать? Это пиратство! Скорее. Ура! Мы заблокировали вирус. Ух ты, выход тоже заблокировался. Нам никогда не выбраться из журнала. Он поможет нам.
Я думала, ты слишком боишься эльфов и драконов, чтобы уйти. Когда ты ушла, я подумала, что тоже хочу стать храбрым, как та девчонка. И вот я здесь. Я бы не смог отыскать мелодию, сидя целый день за компьютером. Мелодию? О, мелодия! Вот это сюрприз! Густав! Мелодия, как я по тебе скучал! Какие же они милые! Я застряла на жестком диске. Идем! Нам нужна твоя помощь! Нашим друзьям нужен выход! Новый выход! Да, этот поврежден вирусом. Ты все скопировала на диск? Отлично. Перенесем информацию на другой компьютер и посмотрим, что это за выход. Я так и думал. К счастью, Кью скопировала выход прежде, чем его повредил вирус. Да! Ура! Ура! Прости, что была такой злюкой и смяла тебя. Ты не злюка. Ты спасла меня из заточения и вернула к моему Густаву. Винсент, может, научишь меня играть в игры, а? Надо же! Я только хотел тебе это предложить. Тогда я всегда смогу тебя обыгрывать! Эй! 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 А кто только что спас вас? Фильм подготовлен на студии Warm Sound. Перевод Елены Поповой, звукорежиссер Владимир Козинда. Текст читали Екатерина Фролова и Андрей Корольков.